Даже не знаю, с чего начать. Здравствуйте, да? Вот. Много уже как-то не встречались, много не разговаривали по данным, по вопросам. Все-таки проблема жилищно-коммунального хозяйства, это, мне кажется, в настоящее время, на настоящий период, это одна из таких тем, которые постоянно надо решать. Это примерно то же, что каждый день надо покупать хлеб, это примерно то, что надо каждый день кушать, так и это, потому что жилищно-коммунальное хозяйство, это требует постоянной заботы и постоянного контроля за системой работы как инженерных сетей, как, допустим, состояние крыши, подъездов, так состояние лестничных маршев, и все это входит в целый объем общедомового имущества, за которым необходимо следить. Я в прошлый раз, выступая, говорил, что мы добились от ТСЖ, и, кстати, я могу еще раз сказать, что единственная организация, которая может иметь специальные счета и взносы на капитальный ремонт аккумулировать именно на счетах домов, является ТСЖ, ну, это строительные там кооперативы, вот. Остальные не имеют права открывать, так сказать, специальные счета. Вот теперь я вам просто скажу, да вот один только 9-й дом, начиная с 2014 года, с мая 2014 года, по настоящее время уже около 1 800 000 прошло через этот расчетный счет. Так, смотрите, мы сделали крыши, мы сделали лестничные площадки, мы сделали придомовую площадку, сделали отмостки, мы все сделали, вот, канализационные трубы, канализацию внутри, это сам подвальном помещении мы полностью отремонтировали, сделали, теперь запахи не идут, ничего не идет, так как переложили трубы, все это. Но впереди еще, конечно, много работы, потому что жизнь идет, вот, и как дома, как и люди стареют, то там, вот на следующий год уже ремонт лестничных площадок, вот, будем проводить, да и многое другое, в планах очень большие, вот, нужно сказать, что вот буквально 2 месяца тому назад провели капитальный ремонт в 2 лифтах, заменили в машинных отделениях заменили подъемники, заменили тросы, сделали. То есть она вроде работа такая текущая, вроде она не видная, но эта работа она постоянная, постоянно надо ее делать, постоянно вот. Вот входные группы, допустим, у нас, крылечки текли, все это шелушилось, все это падало. Сегодня мы сделали на эти деньги, никого не спрашивая, нигде не это. Решили на заседании правления, собрание решило, сделали. Вот. И сегодня приятно заходить, приятно смотреть на входную группу, которая покрашена, не течет, не все. В дальнейшем, вот сейчас, вот уже зимой, сейчас вот через правление проведем и, наверное, будем делать, допустим, коридорные холлы ставить лампы на движение для того, чтобы экономить. Ну, представляете, целые сутками горит лампочка, сутками. А если раньше, допустим, стоимость 1 киловатта стоила 1 рубль 50, 1,40, то сейчас уже 2,80. Поэтому над этим всем надо думать, и все это надо решать. Все эти вопросы надо решать. Вот такая на сегодняшний день, такое состояние. Давайте пройдем, я вам покажу, что сделано, что это, чтобы смотрели реально на все эти вопросы, связанные с ремонтом общедомового имущества. Вот строительная организация, с которой мы заключили договора, одна единственная, которая все вопросы, которые делает по всем домам. Вот ступеньки были, тут развалено, все было развалено. Вот ступеньки, все сделали сейчас. Они теперь уже надолго. Вот простая вещь. Мы даже никогда не замечали. Вот дома, вот смотрите, вот там вот эти кирпичи, вот где выступают. Там было бетоном залито. Бетон разлетелся. И пошел грибок.
Пришлось вызывать альпинистов. И теперь, вы видите, грибок весь. Еще кое-где осталось, но теперь грибка уже не видно. Но темные пятна еще остались. Ну, еще раз надо обработать и все. А если бы это мы не сделали, это бы через стену ушло в дом. Это брак строителя. Как я могу? А ведь это необходимо делать, правильно? Его надо сегодня сделать, чтобы завтра не это, завтра не было такой этой самой огромной такой бедой. Потому что стена есть стена. Вот это. Вот. Все это сделали, сейчас уже не трескается, не лопается. Наверное, люди видели, когда ходили, что здесь было. Вот такая это самое, все потрескано, полопано, все по это. А сегодня, видите, в каком это состоянии. Одели вот это все в железные, железом, чтобы оно не разваливалось, ничего. Потому что люди у нас идет, то пнул, то стукнул, то еще что-нибудь смотришь, и это самое, ступеньки сделали. Вот крылечко, вот само, смотрите, крылья. Вот это все текло, пришлось все менять. Там, в эти самые, забетонировать, все это самое, загудронить, все. Теперь уже не бежит, вот светлый человек заходит, чистенько, все красиво, все, все сделано. Вот. Или другую вещь вот надо взять. Вот посмотрите, это цокольный этаж, вот цокольный этаж. Ведь уже дошло до того, что отошло где-то на 3-4 сантиметра между отмосткой и самой, и бетоном. Туда вода проходила, и уже внизу грибки появились, грибок появился внизу. Пришлось полностью бетонировать, полностью все вокруг сделать. Теперь все здания, цокольные здания, все сухие. Грибка нет, ничего нет. Ну, все, конечно, это деньги стоит. Но главное, целенаправленно все сделано. Для чего? Для того, чтобы вот этот дом, который сейчас построен, чтобы в нем люди жили долго, счастливо. Да и сам дом, чтобы держался. Потому что за домом всегда ухаживать. Вот если частный, у кого частный дом есть, но если он 2-3 гвоздя в день не вобьет, наверное, дом развалится. Так и это же большой дом, тоже ж надо решать вопрос. И гвозди всегда иметь, и всегда вбивать, и всегда решать этот вопрос. Вот смотрите, вот эти ступеньки. Вот этих перил не было. Ну, люди пожилые. Люди пожилые попросили, поставили. Теперь говорят спасибо. Поднимаются. Ступеньки все тоже сделаны. Ну, посмотрите, везде все чистенько. Чистенько везде все покрашено. Стены не поцарапаны. Так во всех лестничных площадках, так во всем доме. Перестали ходить и жаловаться. А наоборот говорят спасибо, комфортные условия. Это, это делает вот это самое на крыше вентиляцию. Крыши, как их называют? Короба ставят на вентиляционные трубы. Ветром посносило все. И дождь капает, и туда попадает. А сейчас они вот делают вот эти трубы. То есть работу не прекращаем. Работаем, работаем, работаем. Вон, видишь, вот крыши. Вот это вот, козырьки вот эти, или как, колпаки вот эти, сносило ветром. Сейчас восстанавливаем. Так что, пожалуйста, приходите в ТСЖ. Крыши будем ремонтировать. Ну, спасибо вам за это. Мы пошли тогда, да?